корейского производства, с главного завода, располагающегося в городе Кунсан. Рефрижератор мы разработали и собрали специально для X5 Retail Group по их заказу. На полигоне в Гупнами у нас представилась возможность протестировать две разные версии. Одна – это строительный грузовик с самосвальным кузовом объемом 15 кубов с колесной формулой 8х4. И такое же, да, четырехосное шасси, только с застройкой фургонного кузова. Достаточно неожиданно и очень приятно, что компания Deo как раз занимает эту нишу, занимает рынок, привозит автомобили, есть машины на складе. Поэтому такой спасибо огромное за геройский шаг, и это очень прям такой положительный момент, который вызывает точно одобрение. По первым впечатлениям, еще таким ярким, свежим впечатлениям, я буквально вот только что вышел из-за руля. В машине А удобно, машина Б едет прекрасно. Я проехалась на автомобиле, мне понравилось, что передачи очень близкие, поэтому получается движение очень агрессивное, то есть в том смысле, что все время есть ощущение тяги на колесах. И несмотря на то, что поднимаешься в горку, нету такого скованности движения, и это очень приятно. У машины хорошая разгонная динамика, то есть даже на низком ряду машина достаточно динамично уходит с места. То есть если предположить, что этот фургон будет использоваться в городской среде, она не будет пробкой, затычкой в транспортном потоке, да, из-за которой будут нервничать те, кто находится сзади. То есть машина может ехать в скорости транспортного потока. Вообще очень круто, что вот на нашем падающем рынке, на стагнирующем рынке, где трудности испытывают практически все производители, появляются новые игроки, и это, безусловно, не может не радовать. А насколько окажется Deo успешным в России, покажет время. По первым, опять же, впечатлениям могу сказать, что автомобиль достойный. К ним вот стоит присмотреться, полазить, поизучать, так вот помацать их, покататься, потому что вот интересная машина. Классное мероприятие, очень бодренькие машинки. Мне самосвал груженный прям так понравился, по грунту он идет. Прямо здорово. Еще здорово, что рынок падает, и несмотря на это, Deo выходит со своими моделями.